Футбол играешь? Любишь смотреть? Играть играю, смотреть не смотрю, где не играю. Ты вот за кого болеешь? Ну, так как дед и папа болели за Спартак, наверное, за него. Так, но у нас в футбол играл такое просто быдло, с ним вообще нереально было общаться. Поэтому, послушай. Сейчас. Странно. У дерева. Некоторые в джинсы ходят, видишь? Ну, такие, да. Не, еще мышцу покачать на ногах. Вот это нормально было. Мышцу на ногах покачать. Нормально. Не, вообще реально четко. Тупые девки, ненавижу. Нет, пока из девок тут только вот эти бабки. Блин, ну вот смотри, женщина идет. Давай ее пообсуждаем. Блин, ну вообще вот мне нравится в очках. В очках? Где она? Вот, которая на лавке сидит, такая симпотная. А, симпотная в очках? Ну да, такая симпотная. Да, четко. Вот она сидит. Оу, you touch me, тра-ля-ля. Слушай, может пойти это познакомиться? Ну, может попробовать. Блин, не знаю. Слушай, а можешь мне подыграть? Да. Короче, у меня тут одна идея появилась. Смотри, ты сейчас прикинешься больным, что у тебя живот болит. А я к девушке подойду и телефон у нее возьму. Ну, давай, попробуй. Ну, давай это, покажи, как у тебя живот типа болит. О, нормально. Ладно, давай, все, я пошел. Ну, сделай как-нибудь. О, нормально, все, я пошел. Девушка, извините, пожалуйста. Что вот, видите, у меня там друг сидит, а ему плохо очень. Живот, а что-то. Да я не знаю, у меня там что-то живот болит. А можно у вас телефон взять, позвонить? А то у меня разрядился мой. Да, конечно. Ага, спасибо большое. Ага. Алло. Скорая, да у меня вот тут другу плохо в парке. На Чистых прудах. Ага, около метро. Да. Про симптомы не забудьте сказать. Ну, я же говорю, живот, да, болит. Да, на Чистых прудах. Ага. Да, все. Приезжайте, ага. Да, буду здесь. Ага. Угу. Все. Давайте я с вами подожду. Давайте. Пойдемте. Да, конечно, пойдемте скорее. Молодой человек, все хорошо. Вань. Тебе как? Мы скорую вызвали сейчас. Хреново. Что там, прям сильно болит? Слушайте, а у вас есть машина? Вы считаете, что у меня есть машина? Честно говоря, ну как минимум, у которого есть деньги на машину. Есть метро рядом. Пожалуйста, чувак, делай уже что-нибудь. Слушай, давай до метро как-то, может, давай, ну я не знаю, здесь больница где-то должна быть. Мы можем съездить до ближайшего пункта. Давайте я такси сейчас вызову, может быть. Да, может, вы нас к себе домой привезете? Буквально какой-нибудь обезболивающий дадите хотя бы. Зачем вам мой дом? Молодой человек, вам точно плохо? Есть какие-то лекарства, я не знаю. Может, вы дадите свой номер киви-кошелька? Потому что мы живем вообще в соседнем городе. Нам туда ехать минимум день. Как вы оказались здесь? Где вы живете вообще? Мы были в мотеле, пошли в парк. Давайте поедем в мотель. Нас выселили. Мы в центре Москвы, здесь скорая едет, 10 минут максимум. Так тут пробки постоянно. Прошел срок, следовательно, в 12. Вы не вызывали скорую? Да ладно, я там 03 звонил. Молодой человек. Олежин. Я не знаю, кто это. Возможно, я не туда позвонил. Как вы могли спутать номер скорой? Ну, я 03 назвал, у вас там, возможно, быстрый вызов. Я-то откуда знаю. Ладно, ребят, скорая приедет скоро, если вы вызвали ее. Ну, вы... Если же нет, мне пора идти. Может, вы останетесь? Пожалуйста. А вас как зовут? Ну, просто чтобы потом сказать, скорой, кто вызвал. С вашего же телефона вызывали. Варвара меня зовут, но это не имеет значения. А, потому ну ладно. Что... Ладно, ребят. Всего хорошего. Давайте. До встречи. Чего она такая? Все, все ушло. Да я не знаю, вот видишь? И девушки на улице сидят. Вообще общаться не могу. Так, все, телефон вроде есть. Ага. Ну ты че? Тебе плохо, наверное. Чувак, с ним вообще общаться невозможно. Ладно, пойдем. Пойдем быстрее, пока она не пришла.